Режим работы центров обслуживания клиентов на летний период по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Будние дни с 9 до 18, в субботу с 10 до 15, воскресенье – выходной. Работа есть. Требуется оператор – 1600 рублей смена, повар – 2000 рублей смена, сушист – 2000 рублей смена. Обращайтесь по телефону 8-912-117-33-33. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. В связи с расширением штата в кафе требуется повар-универсал, скользящий график работы 5 на 2, с 11 до 23, заработная плата от 40 тысяч рублей. Бармен, график работы 2 на 2, с 11 до 23, заработная плата от 23 тысяч рублей. Официанты, график работы пятница, суббота, воскресенье, оплата почасовая, заработная плата при собеседовании. Мангальщик на летний период, опыт работы обязателен, график работы пятница, суббота, воскресенье, оплата почасовая, заработная плата при собеседовании. Водитель с личным автомобилем. Транспортом для доставок. График работы в будние дни с 17 до 22, суббота и воскресенье с 12 до 22. Заработная плата при собеседовании. Звоните в будние дни с 9 до 20 по телефону 8-912-124-3012. В магазине «Мандиго» поступление товара. Для постоянных покупателей действуют скидки. Ждут вас по адресу улица Гагарина, 38. В столовую требуется повар в горячий цех. График работы 6 на 1 с 8 до 18. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Повар в салатный цех. График работы 6 на 1 с 8 до 17. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Раздатчик пищи. Скользящий график работы 5 на 2 с 9 до 19. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Посудомойщица, уборщица зала. График работы 6 на 1 с 10 до 19. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Звоните в будние дни с 9 до 20 по телефону 8-912-124-3012. 14 июня около 17:20 в районе Грессовских дач пропал кот, глухой, с голубыми глазами, длинношерстный. Просят помочь найти любимого котика. Если кто-то видел его или знает, где он находится, пожалуйста, позвоните по номеру 8-950-565-66-94. Ремонты, любые строительные работы под ключ, качественно, красиво, в срок. Телефон 8-912-103-93-99. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.